У Гомелі самы низкі ўзровень беспрацоўя сярод абласных центраў. Такую информацию падчас прэс-конференции паведаміў начальник управления по працы, занятости и социальной обороне гарвыканкама Александр Ключынскі. Гэты показчык трымаецца на ўзроўні 1,1%. Каго зараз чакаюць на рынку працы, расскажа Вольга Вальченко. Зараз на уліку службе занятости стоят 2418 человек. Зразумела, гэта не полный спіс городских беспрацоўных. Колькасць же официальных вакансий перевышает эту лічбу. Их больше за 2500. Наймальники, дарэчы, не заўсёды информуют улады об усіх наявных месцах. Імкнуцца знайсці работника уласными силами. Однако за апошнія 2 года ситуация и у гэтым аспекте полепшилася. Вакансий стало у 3 раза больше. З'являются и новые месцы працы. В городе на сегодняшний день создано уже 1450. 53 рабочих, новых рабочих мест. На действующих предприятиях создано 830, на новых предприятиях 623. Планируется, что в пределах более 2000 рабочих мест будет создано и до конца текущего года. И эта задача поставлена, эта задача будет выполнена. Як і звычайно, на рынку працы чакаюць будаўнікоў и продавцоў. Есть месцы для выхователей дитячих садков и медицинских работников. Сярод звычных вакансій есть и такие, которые ждут высококвалифицированных специалистов, например, судовых экспертов или провизоров. Довольно долго шукают профессионального инженера-программиста, а, до речи, заработную плату пропонуют добрую – около 900 номинованных рублей. Что цікаво, специалисты означают, что простей за все знайсти место вартовника ти вахтера. Уладковать жадаючого часа могут за пару дзён, а то и годин. А коли квалификация беспрацовного не дозволяет знайсти доброе место, служба занятости допоможе с пераквалификацией. Запись трудовой книжки, то, что он токар, это не значит, что он токар. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, каждый наш наниматель должен принять с удостоверением. То есть человек должен пройти обучение, человек должен получить свой официальный документ. Согласитесь, какой бы мастер ни был, ну, наверное, вы сапоги не пойдете заказывать человеку, который далек. Час для працы уладкавання не самы спрыяльны, аднак улады з пачатку года знайшлі месца амаль для 5000 гамяльчан. Вольга Вальченко, Валерий Гапанько, телерадыёкампанія «Гомель».